Сергій Васильович Кузін. Народився 20 травня 1960 року в місті Потсдам, Німеччина. Радіоведучий, музикант-продюсер. Ведучий шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Заслужений журналіст України. Власник 3 дипломів про вищу освіту. Батько 3 дітей. Тричі персона року в Білорусі. Знімався в кіно. Є лідером гурту «Простріли в спині». Улюблена робота – радіо. Улюблена партнерка – Соня Сотник. Не вірить у гороскопи. Вірить в Україну. Вітаю всіх на 9 каналі «Проект пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. Сьогодні у нас в гостях поважний пан Сергій Кузін. Здрасте. Без коментарів. Здрасте. Спасибо, что приехали. Спасибо, что нашли время. Традиционно говорим спасибо, как на Оскаре. Спасибо маме, с папой. Понимаем, да. И спасибо тому, что все совпало. До 14 лет вы жили в Германии. Да. Это вам дало что-то? 14 прожитых лет, в первую очередь. Они в буквальном смысле слова были прожиты. Ну, это важные годы. Это важные годы. Говорят же, что человек до 5 лет формируется и потом уже практически не меняется. Пока лежит поперек лавки, воспитание. Ну да, в каком смысле слова дали. Я до сих пор благодарен родителям, что я первые годы, 15, ну, 14 с половиной, прожил не в Советском Союзе. Сначала в Потсдаме, потом в Берлине, потом в Магдебурге. Ну, Потсдам — это же ГДР. А все остальные, и Берлин ГДР, и Магдебург ГДР. Я жил в ГДР. То есть это не был совок, но это все-таки была германская демократическая республика. Ну, другой, немного более причесанный, с какими-то большими степенями свободы, с западным немецким телевидением, которое ловилось на всей территории, за исключением там, в Дрездене была яма, там жаловались, что там не ловят западный телевизор. А у нас все это было. Но все равно, конечно, это не было свободное. Страной не было свободным обществом, но то, что это было лучше, чем Soviet Union, это факт. Я никогда не забуду свои слезы, когда я в 15 лет оказался все-таки в родном отечестве. И через 2 дня после школы пришел домой и спросил у мамы, что такое ЖИД. И она говорит: все, Сереж, приехали, сейчас будут тебе тут рассказывать. Вы в свой адрес услышали? Нет, как раз у нас был лаборант Михаил Абрамович, которого мои новые одноклассники из интернационалистского общества обзывали жидом все время. А я 15 лет прожил в стране, которая когда-то имела очень сложные отношения с евреями. Вы потеряли девственность. Я за 15 лет не слышал ни разу в жизни до этого о том, что есть какие-то особенные люди. Вы потеряли девственность, испортились сразу, да, или нет? В Советском Союзе? Да. И девственность потерял, и в буквальном, и в переносном смысле. И испортился. И это было одной из причин того, что у меня папа, вместо того, чтобы я, как я хотел, оказал, я хотел с мамой поступить на ИСТФАК на английском языке. Был такой факультет. Был. И мы уже туда сдали все необходимые бумажки, я факультатив закончил, и в группе я уже играл, и вообще мне все это очень нравилось, гуманитарная история. Но приехал папа, посмотрел, я уже стоял при этом всем на учете в детской комнате милиции, вот, был гордостью нашей, соответственно, опорного пункта. Герой вот. Района, да? Ну, герой, что это за герой? Вот, и в одно прекрасное утро, я в Олимпийский год, вся страна смотрит Олимпиаду, а я с лысыми ушами прохожу курс молодого бойца в ракетное училище военное в Минске. Так что я прям совпал. Школа в 80-м, и тут же стал военным. Ну, вы говорили, что вы благодарны Германии за то, что вы не были отравлены, ну, скажем, Львом Лещенко, да? Да, это безусловно. В Германии... Я понятия не имел о том, что он существует даже. Ну, и он, и... Ну, я понимаю, что Лев Лещенко — это собирательный конечно, образ, на конечно. Самом деле. Конечно, конечно. Говорят, вполне вменяемый дядька. И, он, кстати говоря, хороший певец очень. А в Германии не было ничего подобного, чем можно было Львов бы Лещенко отравиться? Львов Лещенко были. Были. Там была такая популярная программа «Кессельбунтес», «Цветной котел», где каждую субботу ходили на сцену такие же вот эти вот киборги в костюмах, делали вот так руками, пели что-то про любовь к елкам, палкам, ну, только на немецком языке. Но при этом там был все-таки в Германии, в ГДР была рок-музыка. Ну, Пудис, Электро, Карат, Винни 12, Вася Кнопфа, их не сравнить с теми вот этими
лесорубами, которые ходили по нашим сценам. Добрые молодцы, все виды гитар, включая поющих там и так далее. Голубые, розовые, я уже не помню. Поэтому, конечно, в ГДР был рок-н-ролл, и более того, туда приезжали уже в 70-е, я ходил, и ну, неплохие западные группы, и Rabbits, и Kenny, и Matt, и там Middle of the Road, и Швеция, и так далее. То есть, конечно, в этом смысле она была более открытая, ну и тем более Music London, на, шикарная программа, на ARD она, по-моему, выходила, где я увидел на стыке 60-х, 70-х, и все, и Роллингов, и Битлз, и Спаркс. Противоядие было, на самом да, деле. Да, конечно. Вот вы говорите, что вы хотели быть гитаристом, яростно и отчаянно. Ну, это же, наверное, не первая мечта детства. Первая. Профессиональная. Нет, первая была стать мужем Миледи из «Трех мушкетеров». Осознанная. Тереховой конкретно? Да, ну, Тереховой, французской. Французской? Да, конечно, с Жаном. Или не «Три мушкетера», какой же фильм-то был? Ну, почему? «Миледи», правильно, «Три мушкетера». «Мелен де Монжо». Я не помню. Она же играла и в Жанна Море в «Фантомасе», это актриса. Вот, не помню, как ее фамилия, но это была конкретная цель, я ее так и не реализовал, как вы понимаете. Ваша жена похожа на «Миледи»? Она моя жена красивее гораздо, Алина лучше. Тогда это была другая история. Я же был, как любой мальчишка, в 7 лет спасателем. У меня в моих мыслях не было там будуаров и стремительных Гонсалесов. Я ее в мечтах своих вытаскивал из пучины морской. То есть все-таки вы хотели быть спасателем? Да, да, я ее все время спасал, а потом гордо уходил вдаль. Когда она начинала, заламывая руки, воздевая их к небу, кричать: «Сергей, останься со мной!» «Нет», — говорил я. Я должен, я уже тогда был одиноким ковбоем. А вы в Германии учились в русской школе? Да, в посольской. Был 113-й в Берлине. В школу я пошел в 70-м в Берлине. А немцы вас называли как Сережа, Сергей, как Серж? Сергей. У них же нет «С» первого. Да, не Сергей, Сергей. В основном все звали Кузей меня. Кузья. То есть это прозвище с детства? Да, всю свою жизнь. Сразу? А были варианты, кроме Кузи? В Минске, когда приехал, звали немцем. Ну, недолго. В училище военном опять стал Кузи. А по-немецки говорили? Да, конечно. И сейчас говорите? Ну, я все-таки 15 лет. Медведи за полгода учат на коньках кататься. На английском я сейчас говорю уже лучше. Вот, в силу там разных причин. То, ну, активнее просто. Постоянно юзаю. Но, да, у меня... С немецким языком были смешные истории связаны. У меня все я общался много. Я и жил не в городке. То есть, почему я говорил-то в основном? Огромное количество моих сверстников, которые жили в ГДР, там, проживая по 5, по 10 лет, ни слова на немецком не знали, кроме каких-то там, ну, хендехох. Швайны, цурюк. Да, а я знал, потому что мы жили в среде. В среде, да. И мама у меня... По образованию и по работе она всю жизнь работала переводчиком с немецкого на немецкий. Там она работала просто в отделе кадров ЖД вокзала. Просто вот папа заканчивал военный факультет. Ну вот вы слышали живой ГИМО. Немецкий, заодно мне как филологу интересно. Очень у многих есть такое отношение к немецкому языку, что он, значит, некрасивый и годится только для маршей. Ну хотя все вспоминают немецкое порно при этом, да, вот. Ваше восприятие языка, вы же там... Ну, во-первых, это базовый язык всей кельтской группы, поэтому те, кто любит английский, обязаны любить немецкий, хотя бы потому, что английский произошел от него, это раз. Во-вторых, я согласен с тем, что да, там сложно составные слова, сложно огромное количество согласных. Но опять же, многие... Ну, в слове Днепропетровск тоже большое количество да, согласных. Да, многие воспринимают немецкий как только ту его часть, которая грассирует. Далеко Hochdeutsch, он без грассирования, да, и траган, тройман, и тройман, траган, и так далее. Там, да. Во-вторых, если есть желание, можно посмотреть, достаточно послушать, как по мне, большое количество тех же немецких песенок, которые спеты на... вполне приемлемые с нашей точки зрения там уровни. Какие немецкие личности, группы вам нравятся сейчас? Немецкие вот сейчас, не тогда? Вот сейчас. Ну, я люблю Тоттенхозен. Хорошие панки, люблю. Прекрасные, да. Вот. Понятно, что... Вы, наверное, хотите спросить про немецкий... Про Рамштайн? Нет, нет, не Рамштайн нет. Я имею в виду, что немецкий, что пели на немецком. Потому что англоязычных-то немецких групп килограммы. Конечно. Нет, ну я... Со Скорпионс, понятно. Да, Скорпионс и все эти Эдгай, там, Лероты, там, Рейч и так далее.
Я остаюсь, у меня первая детская любовь, это Пудис. Вот, очень нравится Карат, Кёниш де Вельт, такая была песня, mm-hmm. такой Пинк Флойд ГДРовский. Mm-hmm. Поэтому моя любовь к рок-группам, поющим на немецком, она вся оттуда, из детства, из Дитер Бир, Оу, Дизи Ку, там всякие и так далее. Вот. А современных, ну, Нину Хаган я обожаю. Она тем более прям ГДР-ГДР, а потом панк-панк, а сейчас она просто это явление, безусловно. Нину Хаган я очень обожаю. И вообще ее считаю самым выдающимся персонажем в немецкой рок-культуре за последние лет 30, наверное. Ничего лучше. И Крафтверк. Вот, наверное, два таких пятна. Хотели стать мужем Миледи, потом сразу гитаристом, да? Ну, как я им хотел стать? Мне нравилось, что они ходят с длинными волосами, дрыгаются там на сцене. То есть хотел стать звездой скорее, да, наверное? Хотел стать популярным. Ну, вы понимаете, у ребенка в 8 лет сложно, наверное, впихнуть себя, хотел быть популярным. Мне просто это нравилось. Нравился этот весь этот эпатаж, этот визуал, который они давали. Я же как раз совпал с глэмом, да. Mm-hmm. Как раз вот 70-й год, потихоньку начали уходить Yardbirds, там, Cream, да, психоделика, и его величество глэм-рок начал завоевывать позиции. И там Queen стали далеко не первой группой, да, были Гарри Глиттер там и так далее, T-Rex. Появились T-Rex, да, и вот я, мамин парик, швабра, все, свисток намазывал помадой перед зеркалом, Purple там, все это, ну, Purple это не главное, но не важно. Вот я допрыгался до того, что мама как-то поймала меня за этим занятием, она зашла незаметно, у меня грохотал магнитофон, а я перед зеркалом в этих... Парике. Па, со шваброй там, она испугалась за меня, думала, что все, теряет сына. Окончательно. Нужно идти к психологу сразу, слова, да, лечить. Вот. Но потом как-то я все-таки их убедил, что если они не купят гитару, то я не пойду в следующий класс в школу по фано. И в четвертом или пятом классе мне купили наконец-то первое весло. Что вот это было за весло? Весло, ой, даже врать не хочу. Что-то советское за рубля 4 или сколько они там стоят. Я маленький был. Ну, в Германии. Куда? Ну, гитара советская была. Я точно помню, что она была советская. И велосипед у меня был школьник немецкий, и гитара была советская. Давно ли вы носите сережку? С тех пор? С детства? Нет? Ну, нет. С подросткового возраста? Как уволился из армии. Сейчас мне 30 лет. То есть в армии это же было невозможно? Наверное. Ну, физически, конечно. Лет 25-30 точно ношу. Татуировка первая когда появилась? Тоже лет в 35-34, наверное. Вот есть такое мнение, что обычно вот эти эпатажные штуки, человек их перерастает, да, mm-hmm. с возрастом как бы, ну, ему это не хочется, mm-hmm. как правило. То есть 30 лет, ну, уже все, поезд ушел, я уже сам хорош по себе без татуировок. Вам хотелось, почему? Просто захотелось. Есть два подхода. Можно объяснять все с логической, игносиологической, философской точки зрения. Можно не париться по этому поводу. Важна же не проблема отношения к ней. Я это не считаю проблемой и каким-то серьезным моим либо промахом, либо достижением. Вот как вы в какой-то одежде сидите, я в чем-то сижу. Вот я такой и все. Ну, мне так нравится. Я не собираюсь делать вид, что это я там, это для себя, какие-то знаки оккультные. Просто я люблю рок-н-ролл, люблю эстетику рок-н-ролла. Люблю татуировки олдскульные, я их там делаю, и все. Ну, вы в этой жизни делаете то, что вы хотите? Вот и да, наверное, так будет проще всего и честнее всего. Я стараюсь делать то, что я хочу, а не то, что принято. Понятно, у меня есть рамки компромисса, я не испражняюсь на улицах и не пристаю к людям. Я думаю, вы этого не хотите. И не дерусь, да. Но кто-то, может, считает, что свобода в этом и заключается. Судя по нашим подъездам, остановкам и некоторым представителям нашего мирного населения. Ну, пописать в подъезде, наверное, это определенная власть над уборщицей, которая... Анархия такая, да. Вот. Поэтому я об этом. А легко вообще делать в этой жизни то, что ты хочешь? Многие говорят, нет, ну это невозможно. У тебя есть там социум, да, есть там жена, есть еще какие-то требования на самом деле. И ты вот поневоле ты все равно подчиняешься. Вы подчиняетесь или подчиняете? Или вы как-то между этим лавируете? Я живу просто и все. Я просто стараюсь жить так, чтобы делать то, что я хочу, не мешая другим.
Если вам не нравится та музыка, которую я слушаю, которую я люблю, я не буду вам навязывать свое мнение и не буду пытаться вас переубедить. При этом, не знаю, что я считаю вас человеком глупее себя, ограниченнее, совершенно чушь. Вы, может, гораздо глубже, чем я, понимаете то, о чем мы сейчас говорим. Поэтому я просто не парюсь и все. И живу. Жена и все, что сопутствует браку, вполне вписывается в мое понятие свободы. Мне для того, чтобы доказать то, что я свободный человек, не надо обязательно иметь гарем или бегать с дымящимся членом по городу, ну и так далее. То есть, ну это доказательство не свободы, вещи. А чего-то другого. Ну да, это или... да. Это вот... Да, эти банальные вещи, вседозволенность, распущенность и свобода, это же разные слова и разные смыслы. Поэтому моя свобода – это вот я хочу ездить. Что бы что-то... Мне очень нравится то, что я делаю. Может быть, это моя и проблема, что кому-то кажется, что это какой-то жизнь, вызов и так далее. Я просто очень люблю работу. Очень люблю работу, которой я занимаюсь. Я ничего не вижу лучшего в своей жизни, чем радио. Еще ни разу у меня даже дня не было, чтобы я сомневался в выборе. При всем том, что у меня в связи с радио были самые разные жизненные ситуации, я из стран переезжал, и пятое, и десятое. Но радио, как вот это волшебство, как паутина, которая висит над городом, она для меня совершенно однозначно имеет приоритет. Я никогда в жизни не соглашусь с тем, что телевидение лучше радио. Не могу, это первое, что мы в утробе слышим, это звук. Я могу представить себе любой... Дайте мне слова, я вам расскажу, вы и закройте глаза, я вам расскажу так, что никакого телевизора вам не надо будет, потому что это конечная форма. Кто-то уже за вас решил, что вот этот парень красивый, что она стер... А я могу представить себе, это самые лучшие телевизоры, плазмы, они внутри наших голов. Поэтому моя свобода – это счастье банальное от того, что я хожу на работу. У меня прекрасная компания, я работаю с друзьями. Я могу играть музыку, могу ездить на мотоцикле. Фу, Соня богиня моя. Я мало видел в своей жизни людей, которые умеют жить. Много видел Сонь, но такая одна, да? Вы знаете, дело даже не в том, она самозабвенная. Такая же, как и вы. Вот это подкупа, я не знаю, я все-таки более циничен. Прагматичен, так скажем. Да и циничен, наверное, тоже. Она точно гораздо меньший циник и меньший прагматик, чем я. Я парень, у которого есть много детей, много родственников, и я соразмеряю свои поступки, дела и действия с корпоративной этикой, с тем, что надо зарабатывать деньги. Я живу в абсолютно реальном мире, и мне многие вещи очень легко можно не объяснять. Вы земной человек? Да, конечно. Я не психбольной. Ну, просто, ну, так уж получилось, что я отвечаю не только за себя, а за достаточно большое количество людей, работающих со мной, и за их трудовые книжки, которые пока еще есть, за их семьи, за их пенсии будущие. И поэтому я могу что угодно тут мести о своей свободе, но надо быть еще и порядочным человеком. Ну вот вы говорили, что вы, вот, например, сова, любите поспать, но вот на радио приходится вставать очень рано. Единственная проблема. То есть это вот настолько вы любите. Единственный мой конфликт с моей профессией – это я спать люблю до безумия. Причем самое главное, что у меня вот эта фаза пресловутая сна, она как раз, если я ложусь в 3, в 2 и встаю в 8, в 9, я идеально высыпаюсь. Вот самые счастливые happy hours, они у меня как раз приходятся на работу. Вот это единственная проблема, поэтому я уже достаточно давно пью снотворное. Вот это, конечно, бьет по печени, но вот Сонька у меня сейчас расторопшая всякая отпаивает по утрам, потому что уже доходит до каких-то галлюцинаций иногда, когда долго их пью. Ну, это понятно, это не какие-то снотворные там эти. В аптеках они продаются, но понятно, что печенку я рублю, потому что я по-другому не засыпаю, и это проблема. После работы вы молчите какое-то время, после эфира? Да, я, как всегда, ребят, которые сталкиваются со мной в реальной жизни, удивляются, что я, в принципе, бурчу. Не, я трепло, но, как и все радищики, но после работы, в принципе, так я стараюсь особо не разговаривать, потом я никуда не хожу, так сказать, места присутственные практически никогда, мне там тупо скучно, а мне интересно там, где... Я вот сейчас последнее время поеден на мотоциклах, и вот студия, дочка, мотоциклы. Ну, у меня достаточно ограниченный
круг того, что я делаю. То есть семья, книжки, работа. Семья. Что такое... важно? Что важно, что ценно? Семья, работа. Что еще? Все, семья, работа. А все остальное. Я понял вопрос. Я могу отказаться от мотоциклов. Я могу отказаться от клубов, от так далее. Я точно не откажусь. От семьи, от работы. Возможно, да. И я не об этом, на самом деле, спрашиваю. Да. Просто интересно, я вот тоже вот часто для себя думаю, что для меня важно, да, вот сейчас, да. Угу. То есть не 18 же лет, уже даже там, ну, 25, да, да. Да, и думаешь, семья, работа, Украина, пожалуй, сейчас. Ну, вот, понятно, сейчас, да. В смысле, особенно, что... да, важно. То есть какое-то время было оно так само собой вроде бы, а сейчас стало вот важно. В связи с событиями в Украине, вы жили в Белоруссии, вы жили в Германии, да, дети ваши учились и учатся вот за... В разных странах, за, да, за рубежом, в разных странах. Я часто спрашиваю о том, вот человек вашей профессии, да, вот с писателями я общалась, например, да, или с художниками, он может творить или работать вне Украины. Но я думаю, что в вашем случае это невозможно, да, все-таки... Вы имеете в виду радио? Да, я могу. Я работал в Америке на радио. У меня есть опыт. И работал в Белоруссии на радио, и работал в Латвии на радио. Я в России только являюсь этническим русским, ни дня своего не работал нигде. Да и не жил. Вы работали на русском языке везде, да? Нет, в Англии, в Америке работала на английском, а в Латвии в Белоруссии, да, и здесь на русском работаю. Безусловно, ну, надо бы, ну, чтобы работать в эфире, надо досконально знать язык. Надо даже само собой, надо жить стороной. Вот я недавно хорошее интервью Роднянского прочитал. Почему он не американский продюсер? А потому что он не американец. Вот то же самое сейчас, конечно, для того, чтобы мне работать в другой стране, в любой. Надо в ней сначала прожить лет 8-7, причем прожить так, вот как я начинал в Киеве, я снимал квартиру за $150, ел вечером курицу-гриль за 11 гривен, тогда еще времена, гривна по 4, что ли, была, или по 5, вот, ел батон, запивал кока-колой, ходил по Рижской, потом потихоньку. Это вот, да, в последнее пришествие мое, так сказать. И только через 7 лет, через 8 лет я смог осознанно выйти в эфир в Киеве и говорить о том, о сём адекватно, ну, будучи адекватным по отношению к киевлянам. То есть не киевлянам, нести пургу, скажем, да, а говорить с людьми. Прежний гость, да, там, это, да, это сейчас я буду рассказывать о том, что тут как в Днепропетровске, пробыл здесь сутки. Ну, вы даже смеяться не будете, потому что, ну, нет, буду. На таблетку, да и не будете, потому что даже не смешно. Это, ну вот, я прошелся по городу, что-то увидел, но я не знаю ни почему, ни как, ни историю этих камней, или их отсутствие и так далее. И... То есть у вас недостаточно информации для того, чтобы критиковать либо хвалить. Вот я именно классно, поэтому всегда смеюсь над консультантами, экспертами, депутатами нашими дебильными, которые ничего конкретно в своей жизни не сделав, не дав ни одному человеку работы, ни разу рассказывают о том, как нам надо жить. Это самая большая наша проблема. Это глобальная непрофессиональность. Глобальный такой вот пещерный непрофессионализм. Вот это самое страшное. Поэтому никогда не надо ляпать языком, если ты недосконально знаешь предмет, о котором идет речь. Ну, просто нельзя. Когда мы слушаем Радио Рокс, нам кажется, что вот... Ну, понятно, о партнерше мы уже поговорили, да. Что импровизация – это ваше второе имя. Всегда ли это вот идет, импровизация? Нет, конечно. Более того, это не всегда удачно, это не всегда умно, не всегда и так далее, и так далее, и так далее. Но это все-таки... У меня не то что объяснение есть, но одно. Все-таки это вот то, что есть на самом деле. Это искренняя история. Одно утро не похоже на другое. Нам никто не пишет тексты. У нас есть темы, у нас есть новости, которые мы обыгрываем, собственно, события. Все остальное – это результат работы наших IQ с Сонькой. Поэтому я как раз никогда в жизни не претендовал на то, что, почему я не люблю слово «интеллигенция», «образованный». Это настолько относительная история.
Это настолько на фоне один другого. Это, конечно, должна быть какая-то базовая вещь. Самое страшное – это ложь, когда она глагол, да? Вот когда ложь – глагол, то все, можно дальше ничего уже не цитировать, не апеллировать к великим. Все, это край, это днище. Вот. А какие-то истории, которые связаны с отношениями к какому-то музыкальному стилю, к политикам и так далее, они ценны тем, только тем, что человек, который говорит, имеет какую-то обоснованную, разумную точку зрения. Вот если я... У него есть аргументы какие-то. Какие-то аргументы, да. А когда это происходит просто потому, что я так сказал, или безапелляционное поливание грязью... Вам не нравится мое мнение, потому что оно не совпадает с вашим, все, да, идите... Да, 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 да. Что ты мне рассказываешь, вообще вы лысый. Что мне может рассказать лысый человек? Или толстый, или худой, или там, я не знаю. То есть это же смешно. Вот. Поэтому Рокс и Камтугеза – это диалог. Мне постоянно, кстати говоря, что я там то я с компьютера в жертву рока играю, то я подсказываю. Ну, я уже и веб-камеру повесил. Она сильна тем, что мы нашли ту степень, тот уровень доверия между нами и аудиторией, такое плохое слово, и между нашими слушателями, которая заключается в том, что они понимают, что мы можем ошибаться. Они понимают, что мы можем нести пургу, что у нас может болеть зуб, или мы не можем не выспаться. Но мы стараемся честно делать то, что мы делаем. Я никогда не оправдываюсь, если я облажался. Я никогда не оправдываюсь, если я не вспомнил того или иного года выхода какого-то альбома. Потому что я не считаю себя человеком более эрудированным, ну, вы же не компьютер, по отношению, вы же не Википедия. К людям. Нет, я знаю, что есть слушатели, которые знают о каких-то конкретных группах больше, чем я. Это нормально. Но вы знаете о других больше, чем они. А ребятишки, которые окружают меня в радиопространстве, в основном-то там очень переживают по поводу того, как бы не выглядеть глупее, чем я есть на самом деле. Как бы немножко себя все-таки, девчонки же слушают, надо даже себя приподнять. Вот. Это, как только этот комплекс проходит, тогда и вот эта лакмусовая бумажка и срабатывает. Ну, хорошо, ты на радио для того, чтобы радио делать или чтобы свои... чтобы приподнять. Эго торговать. Ну, на самом деле вам-то хорошо сейчас об этом говорить, потому что вы взрослый уже, да, у вас, ну, есть, да, опыт. Да. Ну, вот приходит девчонка, да, и боится, да, у нее тоже есть какой-то свой опыт. Да. Ну, это опыт ровно там на 10 эфиров, грубо говоря, угу. Да, там, ну, на 15, угу. Да, понятно, что она должна расти. Ну, вот то, что я наблюдаю, например, в телевидении, не знаю, как это в радио, журналисты у нас все молодые, и все, и на этом все заканчивается. Смотришь западное телевидение, журналисты взрослые, возрастные есть, ведущие, да, возрастные, да, им есть что сказать, и вот в Германии, например, считается, что взрослые ведущие ему доверяют, да? Безусловно, это нормально. Обязательно там губы, там еще там доверяют тому, да? Что у человека за плечами по определению какой-то опыт. У меня был диджей, который 23 года, я его выгнал через полчаса после этого эфира. В 23 года он на полном серьезе, тогда еще были модные ночные шоу. И вот вечером я включил радио, и он с женщиной, которая сама сказала, что ей за 40, на полном серьезе пытался обсуждать психологические проблемы женщин после перенесенных абортов. Угу, отлично. Ну, представляете уровень диалога, да? То есть уровень дискуссии. Ну, во-первых, он не женщина, во-вторых, ему не за 40, в-третьих, он сказать, да. он просто каждым своим словом выкладывал кучу силоса на станцию. Вот каждым своим словом станция погружалась в это дерьмо все глубже, глубже, потому что о нас всех так думали. Вот, поэтому это... Вот, и найти в себе силы сказать, почему, говорит, ты не сказал простую вещь. Я в этом не разбираюсь. И это было ты бы уважение классно. Вызвал. Вот, поэтому он отправился прямо из эфира домой с трудовой, ну, книжкой. Ну, для того, чтобы быть самим собой в эфире, надо же быть умным человеком, правильно? То есть надо очень быть, условное быть понятие. Ну, интересным при собой. При всем уважении к слову «умный», не понимаю, что это такое. До сих пор для меня. Я умный и глупый воспринимаю только в медицинском смысле слова. Потому что моя жизнь доказывала, что пару-тройку почти неграмотных людей были умнее и мудрее огромного количества моих знакомых с верхним. Ну, умный и грамотный – это разные, я согласна. Ну, грамотный, умный, мудрый, вы понимаете, да, о чем я говорю. Да, конечно. Ум – это такая, ну, не знаю, что такое. Вот я не могу объяснить слово «ум». Могу, мудрость мне понятна, там эрудированность понятна, начитанность понятна, а ум – не знаю.
Ну, бог с ним, ладно. Да, я думаю, что это мы погрузимся. Проехали. Ваша группа, это ваша игрушка, ваше развлечение, отдушина, что-то такое? И да, и, ну, точно не игрушка, потому что это взрослые люди, которые тратят свое время на репетиции, и мы вместе делаем что-то. Кто название придумал? Прострелы в спине. Да, это такая самоирония. Это шутка. Просто в одной из песен есть фраза. Называется она «Жара», она самоирония, там есть текст о том, «Вошла жара». Я помню эту песню, да. Ну вот, то и есть... там, если бы не прострелы в спине, нет, то я бы и так далее. И вот просто она каким-то образом кем-то была вытащена, и все. Поэтому мы не занимаемся брендингом. Ну, прострелы. Кто-то начал нас так называть. Сказали, можно, говорит, да хоть, говорю, хоть Леной назови мне. И вот ну, такое и оправдательное, на самом деле, на мой взгляд, название. То есть, если вдруг что-то не так, не, ну, что вы хотите? Ну, это ж прострелы ну, в спине, там, ну, да, там. Ну, у вас вот такое объяснение. Как бы нам, так. нам, ну, песня «Жара», она про старых музыкантов, про немолодых. Вот. Опа, взрослый. Такая получилась, не знаю. Я честно об этом не думаю. Придумайте лучше, будем называться по-другому. Можем менять каждый месяц это название. Никаких идей. Ой, никаких убеждений. Не, ну с точки зрения менеджмента менять название же нельзя. Вы что, да? Прострелы в спине? Да. Давайте попробуем. Тем более, вот аббревиатура раз... хорошая. ПС, правый сектор, класс, нормально. Вообще нормально. Я скажу, друзья. Ну, можно же расшифровать как угодно. Да, там много. Постскриптум, ну и так, ну так это вообще. Да, постскриптум, да. Масса, масса. Надо будет сказать друзьям из правого сектора, что да. Пускай знают. Что, это зашифрованное? Что, зашифрованное? Я знал, я буду говорить. У вас есть друзья из правого сектора? Конечно. Серьезно? Да. А что тут такого? У вас нету, что ли? Ну, есть. Ну, да, есть. Ну, я знаю, не потому, что они из правого сектора, потому что они люди хорошие. Если вы спрашиваете, вы так просто в слове «правый сектор» использовали такой прям «правый сектор», я, ну, как и вы, наверное, с первого дня в этой всей истории. И поехали мы на границу с Крымом еще в марте 2014 года. Ездили с Сонькой и с Эрикой на БРДМ между блокпостами. Вот, поэтому к этому делу у меня отношение понятное и однозначное. А правый сектор, Донбасс, Айдар. В Донбассе я тоже был в тренлагере. Я отношусь не как к там, правый сектор, а... Есть конкретные люди, которых нет, я уважаю. Это не идеология, это люди. Совершенно. Я их знаю, я их дружу, я им доверяю. И никогда в жизни не откажусь от того, что это мои друзья. И дай бог, чтобы они то же самое говорили обо мне. Поэтому, если он будет завтра не правый сектор, но найдет себя в ком-то другом, он все равно останется моим другом. Когда в Украине началась война, я все-таки называю это войной, да? Безусловно, война, конечно. Все это, а то это хрень собачья. Ваш внутренний военный, да, он что-то подумал в это время? Что-то как-то отозвалось, это все это, эта история? Да не военный подумал, я сам подумал. Ну, что я могу сказать? Военный же вас сохранился все-таки. Конечно, он все-таки капитан и не замполит причем. Я... оказался внутренне в состоянии такого расколотого мироздания, потому что, учитывая, что я советский офицер, я с 80-го по 91-й служил, 92-й даже. Последнее, что я мог себе представить в этой жизни, последнее, что вот у нас в Кубрике было четверо. Андрюха Фомичев болел за Донецк, Айдас болел за Жальгирис. Вот так Васька Коваль болел за «Спартак» Москва, я болел за «Динамо» Минск. И вот представьте меня сейчас во всей этой ситуации. Последнее, что я мог себе представить, что сейчас окажемся мы в ситуации, когда однокашники, однокурсники, друзья, причем мне пришлось быть и в Баку в 91-м году. То есть я знаю, что такое там война. И поэтому для меня это такая... трагедия не какая-то пафосная. Это очень личная история, которую я до сих пор не могу пережить. Я до сих пор не могу себе объяснить, какие скоты вот, с нами все это сделали.
Я не хочу углубляться в историю Украины, России, 5-10. Мне это, я вообще о государствах, о правительствах, о странах думаю только с точки зрения того, что это манипуляторы. Только манипуляторы. А все остальное — это люди. А люди не бывают или хорошие, или плохие. Не бывают русскими, украинскими, еврейскими, монгольскими. Они хорошие или плохие люди. И, блин, нас же больше, как это все, как мы допустили этот маразм, который произошел. Как оказался этот Вовик у власти, как оказались все эти габьё, это страшно. Как наши вот эти вот ослоухи спаниели тут. Чем мы нарулили? Вот чем мы нарулили? 2 года прошло, смотреть стыдно. Стыдно смотреть. А вы считаете, что у нас хороших больше? Я уверен. Иначе бы нас не было. Уверен, что больше. А иначе нахрен жить. Если считать по-другому. Вопрос только в том, что, понимаете, очень сложная фабула говорить о том, большинство всегда право. Не всегда большинство право. Более того, самые успешные преобразования в цивилизованных странах осуществляло интеллектуальное меньшинство. У нас вот этого нет. У нас вот эти 450 человек, они никакого отношения, я сейчас оговариваюсь, не интеллигенция, а к интеллекту они вообще не имеют. По образованию, к профессии и так далее. Там есть какие-то люди, которые все это поставили, умные и образованные, но они все это поставили на конвейер личного обогащения. И я не знаю, каким способом заставить их остановиться перед стенкой и сказать им: хватит. Вот как собрались американцы, когда они поняли, что они перестреляют друг друга, да? И не написали Билль о правах, который прямо говорил: ребята, вот мы сейчас или договариваемся, или мы друг друга перестреляем. Ну, мы можем договориться, но не выполнять потом, понимаете? У нас вот. Так часто бывает. Вот мы чем... договариваем, мы пишем, много чумного пишем. А они-то выполнили. Вот у это... нас есть конституция Пилипа Орлика, которая прекрасна, ну, мы уже в какое-то время перестали придерживаться, да? У нас там и своя конституция, она несовершенная. Гуляй-поле, гетьманы, причем с каждым годом уровень IQ этих гетьманов все ниже и ниже. Все ниже, от ниже. Чего? Скоро домыть. Это от голодного детства прошло? Да я откуда знаю. Это? Вот понимаете, сейчас я точно не хочу превращаться в эксперта через букву «Д», потому что я не знаю. Я уже там 5 лет гражданин Украины, поэтому я уже точно абсолютно имею право говорить на эту тему. Я с 2008 года, как только 5 лет прошло после ПМЖ, я с удовольствием стал гражданином Украины. Но все-таки вещи, в которых я не разбираюсь... Включаешь телеканалы. Чего-то чувствовать и предполагать. Ну, чувствовать, опыта, мне кажется, что это просто глобальная такая всепроникающая коррупция. Вот мне кажется, что назначение себе подобных по двум принципам. Принципу преданности личной. И второе, как я с ним буду дела мутить. Вот 2 критерия, которые закладываются в основу всех назначений на ответственные, важные, системообразующие посты и так далее. Просто человека назначают, потому что, а, меня не подставят, и, б, я с ним сделаю пару гешефтиков и так далее. Вот это отчаянное «надо валить» не приходит в голову? Нет. Нет. Именно потому, что я знаю, как это делается. А это вот, эти диванные козлодои, которые предлагают это делать, лежа у себя. Вы у атошников спросите, как они к этому относятся. Те, кто держал в руках оружие, они отлично понимают. Больших пацифистов, чем те, которые стреляют каждый день в силу своей работы, не найти. Они знают цену. А вот это наша, к сожалению, диванная вот эта плесень, которая лежит, это они в основном и предлагают. Валить, стрелять. Ничего больше, и он никогда в жизни не встанет. За Донецк надо бороться? Как вот вы считаете? Вот вам как кажется? Вот нам. Да я, честно говоря, и с Крымом бы еще... Поборолся. Да, потому что слив галимый. Я не знаю. Там, вы же знаете, в Киеве слышишь одно, приезжаешь туда и видишь совершенно другое. А сидеть и рассказывать, быть в роли такого открывателя... Приоткрывателя всех тайн и завес я не хотел бы. Ну, во-первых, я не все знаю, причин не знаю, следственных связей и так далее.
Но, безусловно, я знаю абсолютно точно, что в Донецке далеко не все, кто там сейчас находится, фанаты ДНР. Вот этих всех ореликов. Других. Да, да. Далеко не все фанаты и новой жизни, и такой вот этого всего. Вот. Даже не Приднестровье, а вообще что это такое. Вот далеко не все. Поэтому, конечно, я бы... Поборолся бы. Слушайте, ну если будет какая-то вменяемая граница между Донецкой и Луганской областями и Россией, то и при наличии нормальных мозгов в качестве администрации, а в Луганске, допустим, я считаю, что есть такая голова Жоры Тука и так далее, все наладится. Чудес не бывает. Ну, да, это будут другие области с другим менталитетом. Ну и слава богу, лишь бы он украинским был. Лишь бы он не, даже не так, лишь бы он не был совком. Ведь проблема-то не в России и Украине. Проблема в совке, как главенствующем, и его отсутствии. Вот пока, ну, ничего мы не сделаем, если оно ходит в 9 утра, встало, в 12 гудок на обед, в 5 там, получка, в 12 аванс. И так и жизнь прошла. Вечером дал банку. Вот если это изменится, то там все будет по-другому. А если, ну, значит, нет, тогда что сделаешь? Не знаю. Будем жить. Да, будем бороться. Шить сарафан и ситца. В любом случае, надо с этим не останавливаться. Последний вопрос. Почему в Guitar Hero нет русского рока? Русский рок, он очень похож на монгольский или там, я не знаю. Рок бывает либо рок, либо не рок. Так вышло в нашей с вами жизни, что лучшие образчики рок-н-ролла сделаны не у нас. Поэтому это нормально. Почему в... Вы ждаете, да, эту пародию? Почему в Guitar Hero нет русского рока? Нет, я пытался серьезно. Потому что русский рок... Я не знаю пародию, честно. Договаривайте. Говно. А, да, согласен. Не слышали, правда? А украинский рок? Да, я подчеркиваю, есть в русском роке отличные песни. Просто у него есть особенность русского рока. Очень плохое исполнительское мастерство и высокий интеллектуальный уровень текстов. Вот особенно в питерской школе это проявляется. Там, вот. Украинский рок, он начался как украинский рок. Условно говоря, позже, чем... Скифы, скоморохи, конец 60-х годов, градский рок-н-ролл еще там, в 68-69-м играл. Тот же Розенбаум, кстати, был когда-то нормальным чуваком, в «Аргонавтах» играл и так далее. Вот, украинский рок для меня начался с братьев Гадюкиных, для меня. И это абсолютно западная история. Поэтому это гораздо больше рок. И дальнейшее развитие украинского рока, как по мне, идет совершенно русском ключе. Мертвый пивень. Браты Гадюкины. Ну да, мертвый пивень, браты Гадюкины, Эльза, Скаи, бумбоксы, танки. Это совершенно западный. Сейчас вот. Ну есть на радио рок что ставить, чтобы вот был украинский. Мало, рок, конечно, но играем, есть. Да. Фантализа шикарная, Джинджер из Горловки. Синоптики, Эполеты из Одессы. Валом сейчас. Хороший состав. Пошел процесс. Неплохой. Да, они давно были, просто радио Рокса не было. Класс. Супер. Спасибо. Спасибо и вам. Очень классно. Это был Сергей Кузин. Он уже дирает свой микрофон. Скорее всего, эфир окончен. Все, эфир окончен. До свидания. Это был Сергей Кузин и проект «Пані Тапанове». Ну, вселяю надію, каже, будемо жити. Дякую вам дуже, до побачення.